Российской Федерации для оккупации Крыма и общих вторжений на территорию Украины использовала два основных диалога. Как будто бы в Украине сложилась какая-то ультранационалистическая структура, незаконная, и что якобы создается угроза русскоязычному населению. Оба эти доводы, конечно, абсурдны. За 23 года независимости Украины, наверное, сейчас самое демократичное правительство в Украине, самое демократичное большинство по украинскому парламенту. Кстати, правительство у нас очень многонациональное, там люди разных национальностей. Что касается якобы угроз русскоязычному населению, это вообще абсурд. Потому что, в частности, в Крыму, который был оккупирован в России, там если русские составляют 58%, то структура класса они более чем 90%. Почти все школы на русском языке, все средства информации на русском. Нет ни единого основания утверждать, что будто бы они, наоборот, они находятся в привилегированном положении. И вот этот референдум, который они провели 16 марта, тоже никакие, так сказать, правовые нормы не лезут. В оккупированной территории невозможно проводить референдум. И тем более, что этот референдум противоречит как внутреннему украинскому законодательству, так и международному. Но тем не менее, этот референдум приняли. И когда рассматривался этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН 27 февраля, 100 государств отвергли. Ну, Казахстан оказался в числе воздержавшихся. Но самое печальное то, что Казахстан поддержал референдум. Для нас это очень удивительно, потому что наиболее дискриминируемой частью населения Крыма это были крымские татары. Да? И как руководитель тюркского государства, наверное, в первую очередь должен заинтересоваться, спросить, каково же там положение братского тюркского народа. Но вместо этого он оказался в одном статусе агрессивным. Я вообще намеревался, мы уже достигли договоренности о встрече для того, чтобы обсудить ситуацию. Но после того, как я получил информацию, что он поддержал этот референдум и счел аннексию Крыма и соединение к России законом, просто не осталось о чем разговаривать с президентом Назарбаевым. Я должен сказать, что это очень недальновидная политика, потому что уже раздаются голоса о том, что нужно проводить референдумы в северных областях Казахстана. И тут такой принцип. Если ты, когда у нас беда, не протягиваешь руку помощи, наоборот, помогаешь агрессору, на что ты можешь рассчитывать, когда вернется беда, придет твой дом? К сожалению, вот политика Казахстана, высшего руководства, оказалась очень недальновидной. Очень сожалею.